Точеная богиня танца задорно смеялась, игриво наклонив голову. Бритер и Острослов отпускал ядовитые замечания, заманивая в паучьи дуэльные сети новых и неопытных жертв. Вельможа, розовощекий и в летах, утонул в подушках кресла, а перед ним вопросительным знаком стоял молодой чиновник из бедных, но древних дворян. Три пожилые дамы в увесистых жемчугах играли в карты, а их мужья в чинах, званиях и орденских лентах не давали себе скучать за политическими спорами. Из их угла то и дело доносились названия стран и народов, будто крупные бусины тяжело катились по паркету. Османы, Персия, Бомбей, Палестина, фараоново царство. От этих названий веяло враждебностью. Но петербургский свет отказывался признавать, что если не заниматься иностранными делами, эти дела сами перейдут границу. Горе недалекому светскому уму и горе ума, оказавшегося в плену света. Александр Грибоедов приехал в столицу то ли 20-летним отставным корнетом, то ли 25-летним, в славном 1815-м. В то время 5 лет разницы в возрасте едва ли не пропасть. До сих пор доподлинная дата рождения писателя и дипломата неизвестна. Причина путаницы – сам Грибоедов. Приехав в Петербург, он при поступлении на службу в коллегию иностранных дел указал год рождения 1795-й, но, получив чин, дававший право на потомственное дворянство, в других бумагах поставил иную дату – 3 января 1790-го. И она больше похожа на правду. Известно, что в 1795-м родился младший брат Грибоедова. А причина скрывать свою истинную дату рождения до получения солидного чина банальна. Писатель не хотел придавать огласке факт, что он появился на свет еще до законного брака родителей. Поэтому в Петербурге Грибоедова все воспринимали как молодого вундеркинда. Знает 8 языков, успел послужить в армии во время Отечественной войны, остроумец, тонкий музыкант и уже имеет литературный опыт. Из армии Грибоедов посылал в столицу очерки о кавалерийском резерве и переводы французских комедий. Такого молодого человека с будущим и талантом мечтал заполучить каждый столичный салон, да и сам Грибоедов был не прочь кутить и прожигать жизнь. Грибоедов, как и все люди его круга, старался быть к балеринам поближе. Как он написал своему другу Степану Бегичеву, в один из вечеров осенних ему стало скучно, и он решил поехать к князю Шаховскому на сборище, которые бывали в его доме, где, как он говорит, можно гулять смелой рукой по лебединому пуху милых грудей. То есть нравы, видимо, были достаточно вольные. Пушкин бывал у Шаховского, и в «Евгении Онегине» он оставил свои воспоминания о посещении квартиры руководителя репертуарной части театров. Там вывел колки Шаховской своих комедий «Пестрый рой». Сейчас, наверное, то, что происходило у Шаховского на квартире, назвали бы театром-мастерской, потому что там проходили репетиции. Ну, а тогда это все называлось литературным салоном. В начале 19 века Средняя Подьяческая улица называлась Малой Подьяческой. И здесь, в трехэтажном доме под номером 12, который, к сожалению, не дожил до наших дней, кипела театральная жизнь российской столицы. Верхний этаж целиком занимал фактически руководитель всех петербургских театров, знаменитый драматург и импресарио, имевший нюх на таланты, князь Александр Шаховской. До грибоедовского «Горя от ума» именно его комедии считались и действительно были непревзойденными по стилю, сюжету и исполнению на сцене, за которым следил лично сам Шаховской. Его квартиру в шутку назвали «чердаком Шаховского». Здесь шумел, язвил, радовал чтением новинок
и пил шампанское главный литературно-светский салон 1820-х. Здесь бывали все, кто оставил яркий след в истории русской литературы и театра. Поэты Пушкин и Жуковский, Крылов и Адоевский, гений русской сцены Каратыгина, Сосницкий, Асенкова, Дюр. Бывал, конечно, здесь и Грибоедов. Особенно он зачастил на чердак Шаховского в 1824 году, где увидел и познакомился с Катенькой Терешовой, молоденькой балериной, родственницей гражданской жены князя Шаховского. Терешовой в тот год было 20, она блистала в партии волшебницы в модном балете «Руслана Людмилы» или «Низвержение Черномора» злого волшебника по сказке Пушкина. Грибоедову было 29. Он дипломат, гусар и награжден персидским орденом Льва и Солнца. В Терешову Грибоедов влюбился страстно и поэтически ярко. Она стала одним из его литературных героев. Под впечатлением от ее танца волшебницы Залмиры он за одну ночь написал стихотворение посвящения Терешовой, которое было опубликовано в первой книжке журнала «Сын Отечества» за 1825 год. В нем Грибоедов предстает в образе витязя, околдованного прекрасной волшебницей. Улыбка внятная без слов, небрежно спущенный покров, как будто влаги облияния, прерывно перси волнования и томной думы полон взор. Создание выспренного мира скользит, как по зыбям эфира несется легкий метеор. Зачем манишь рукою нежной, зачем влечешь из дальних стран пришельца в плен твой неизбежный к страданию неисцельных ран? Уже не твердо заклинанием броня и щит его и шлем, не истомляй его желанием, не сожигай его огнем. Изнеможенный он в борьбе до капли в душу влил отраву, себя и честь, и долг, и славу. Все в жертву он отдал тебе. Но, увидев собственные стихи, напечатанные страницы журнала, Грибоедов внезапно охладел к предмету своего обожания. Он стыдился, что сам целому городу пропечатал свою тайну. И как ни старалась юная балерина возобновить многообещающие отношения, ничего не вышло. На чердаке Шаховского Грибоедов стал появляться реже, чтобы вконец не разочароваться в своем чувстве, которое вспыхнуло столь ярко и также внезапно погасло, как исчезнувший в ночном небе яркий свет сгоревшего метеора. Грибоедовский Петербург – город пышный и никак не бедный. В разгаре благословенное царствование Александра I. Идут реформы, образование на высшем уровне. Литература вот-вот подарит России Пушкина, а музыка – Глинку. На дворе долгожданный золотой век. Грибоедов долгое время вел в Петербурге жизнь легкую и поверхностную. Его занимали разве что развлечения, хорошенькие балерины да кутежи с молодыми бонвиванами. Это не столица, вечно соблазняющая провинциалов, сделала его таким. А, как ни странно, армия. Во время стояния в тылу в годы Отечественной войны Грибоедов сошелся с корнетами-ровесниками из золотой молодежи эпохи – Ланским, Голицыным, Толстым, Шереметьевым. Служба была не пыльная, зато шампанское лилось рекой. Писатель так охарактеризовал веселую армейскую кампанию в одном из писем. «Я в этой дружине всего побыл 4 месяца, а теперь 4-й год, как не могу попасть на путь истинный». Из плена сомнительных развлечений Грибоедова вывел тот же Петербург, а точнее его друзья-декабристы, которые начали тяготиться самодержавными оковами. Писатель стал задумываться. Ведь у него в крови играли наследственные революционные красные тельца. Его родственником был Александр Радищев, законник и демократ, которого Екатерина II прозвала бунтовщиком похуже Пугачева. Грибоедов, как Радищев, был государственником, но государство нужно было менять. Но в ответ государство только крепче держало вожжи, особенно в те моменты, когда правда могла повредить имиджу великой страны. 7 ноября 1824 года Петербург пал
Под натиском стихии одно из самых разрушительных наводнений ракочущим валом пронеслось по улицам города, заставив ужаснуться жителей и, разумеется, впечатлительных поэтов. Этот катаклизм Грибоедов наблюдал воочию из окна своей квартиры в доме номер 5 по торговой улице, которая сейчас называется улицей Союза печатников. Грибоедов жил на первом этаже и по богемной, не дипломатической привычке, проснулся около 11 утра, выглянул в окно и увидел шумные потоки воды, которые неслись по мостовой, поднимаясь все выше и выше. А когда вода проступила из-под пола, Грибоедову пришлось спешно подниматься на второй этаж, прихватив с собой самое ценное – рукописи и документы. Наводнение стало литературным героем очерка, который Грибоедов написал «По горячим следам». Документальное, фактически журналистское произведение он назвал ясно и просто «Частные случаи петербургского наводнения». Но на образное описание стихийного бедствия эпитетов не жалел. В окна вид ужасный, где за час пролегала оживленная проезжая улица. Катились ярые волны с ревом и пеною, вихри не умолкали. К театральной площади от конца торговой и совзморья горизонт приметно понижается. Оттуда бугры и холмы один за другим ложились в виде неудержимого водоската. Свирепые ветры дули прямо по протяжению улицы, порывом коих скоро вздымается быстрая река. Она мгновенно мелким дождем прыщет в воздухе и выше растет. И быстрее мчится. Свой очерк Грибоедов опубликовать не смог. Цензура не позволила. Власти решили скрыть информацию о масштабах стихийного бедствия. Три дня наводнения не писала ни одна газета. Позднее решились, потому что последствия были у всех на виду. Официально было объявлено, что погибли 480 человек. Хотя число мертвецов исчислялось тысячами. Грибоедов не пытался приукрасить картину наводнения, поэтому никогда не увидел частные случаи петербургского наводнения опубликованными. Правда, власти была не нужна. На другой день поутру я пошел осматривать следствие стихийного разрушения. Кашин и Поцелуев мосты были сдвинуты с места. На Большой Галерной раздутые трупы коров и лошадей. По плавучему лесу и по наваленным поленам, погружаясь в воду то одной ногой, то другой, добрался я до Матисовых тоней. В окрестности не существовало нескольких сот домов. Один и то безобразная груда, в которой фундамент и крыша, все было перемешано. Я подивился, как и это уцелело. Возвращаясь по Мясной, во втором доме от Екатеринговского проспекта заглянул я в нижние окна. Три покойника лежало уже обвитые простиралами на трех столах. На торговой, недалеко от моей квартиры, стоял пароход на суше. Двух Александров Сергеевичей, Пушкина и Грибоедова, когда читаешь, то все время ощущение, что перекличка у них происходит, что они по-разному смотрят на одни и те же события. И наводнение, которое Пушкин описывает в «Медном всаднике», все-таки более возвышенно. У Грибоедова оно все состоит из подробностей частной жизни. Такой талантливый репортер он был. Вот ощущаешь действительно, как это было страшно в то время вот для этого низенького города. Для кого-то наводнение было большой трагедией, а для кого-то наводнение было большой прибылью. На бирже размыло огромное количество запасов муки, сахара, вина, соли. Горожане вспоминали, что встречали на улицах после спада Невы мужиков и баб, которые бежали с ведрами. На вопрос, что они несут, они говорили: патока, вот тот самый сахар, размытый из биржи. Великолепный Большой Каменный театр пользовался в Петербурге дурной славой среди архитекторов. Во время его строительства и реконструкции закончили карьеру два гения зодчества. Сначала с лесов упал первый строитель театра Антонио Ринальди, и, фактически став калекой, перестал работать при русском дворе и уехал на родину, в Рим. Затем, во время реконструкции, также с лесов упал Тома де Томон,
к активным занятиям архитектуры он больше не вернулся, только рисовал проекты и трудился до самой смерти инвентором или изобретателем рисунков на стеклянном заводе в Петербурге. Но Большой Каменный театр получился выдающимся. Мощный и вместительный, с роскошными интерьерами и увенчанный скульптурным образом Минервы с лицом императрицы Екатерины Великой. Здесь происходило все самое лучшее в театральной жизни не только столицы, а всей России. Здесь оставил свой след и Грибоедов. Не только косясь из ложи на обнаженные плечи прекрасных дам, но и представив публике одно из своих произведений, которое внимательно читали и смотрели его коллеги-писатели. В 1785 году для участия в представлениях Большого театра приехала сюда Гертруда Росси со своим сыном Карло Джакомо, который стал впоследствии знаменитым петербургским зодчим. Говорили тогда, в 19 веке, что это один из лучших театров не только Санкт-Петербурга, но и всей Европы. Даже в Париже нет такого хорошего театра. Театров в Париже 20, но все они более загромождают пространство, чем украшают его, в отличие от нашего театра. Сегодня в этом массивном помпезном здании на Театральной площади учит будущих композиторов, дирижеров, музыкантов и певцов Петербургская консерватория. А во времена Грибоедова здесь стоял Большой Каменный театр. Именно здесь впервые обрели актерскую плоть герои одноактной комедии поэта «Притворная неверность». Всего-то 5 человек, 2 женщины, вдова Иледина и ее сестра Лиза, и 3 представителя сильного пола – Ленский, Рославлев и Блестов. Это нам сегодняшним кажется, что Грибоедов написал только «Горе от ума», эдакий автор одного произведения. Это не так. «Горе от ума» – это вершина, на которую поэт взбирался по ступенькам водевилей, комедийных сценок и интермедий, которые с успехом шли на сценах Петербурга. Однако все эти небольшие драматические произведения были не совсем авторскими, не единолично грибоедовскими. Так, комедия «Притворная неверность» – это вольный перевод французской комедии Николя Барта, сделанный совместно с драматургом-любителем Андреем Жандром. В первый раз «Притворную неверность» с успехом показали на сцене Большого Каменного театра 11 февраля 1818 года. А за 7 лет до этого обитель Муз сгорел, и как раз к премьере грибоедовской комедии ее отстроили заново. Из героев, которые ожили на сцене Большого Каменного театра, принято выделять Рославлева, которого считают литературным предшественником Чацкого из «Горя от ума». Ведь в репликах Рославлева Грибоедов отточил свой стихотворный слог и вывел характер, который стал классическим для всей мировой литературы. Вот что говорит мизантроп Рославлев, которому, как и позже Чацкому, симпатизирует Грибоедов. «Кто говорит о них? Прелестницы с толпой вздыхателей послушных, и общество мужей к измене равнодушных, и те любезники, которых нынче тьма, без правил, без стыда, без чувств и без ума, и в дружбе и в любви равно непостоянны. Вот люди, и для них мои поступки странны. Я не похож на них, так чуден им кажусь. Да, я пустых людей насмешками горжусь». Не правда ли очень похоже на знаменитые слова Чацкого из «Горя от ума»? «Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож». В этой пьесе в 1818 году, напоминаю, на сцене появляются две такие фамилии, как Ленский и Рославлев. И Пушкин был посетитель этого театра, и спустя некоторое время в «Евгении Онегине» появляется Ленский. Но характеры противоположные. У Грибоедова Ленский – это такой холодный насмешник, наблюдающий за характерами, за развитием, несколько свысока со стороны, а у Пушкина Ленский – такой горячий романтик, в результате он гибнет. И второй герой Рославлев. Несколько лет спустя Михаил Загоскин написал исторический роман «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. В
Петербург Грибоедова хранит пережитки екатерининского времени, хотя и роскошествует в новом александровском стиле. Столкновения неизбежны как на архитектурном, так и на человеческом уровне. Многие екатерининские старики еще были живы, но их отпрыски уже принадлежали другой эпохе. И конфликты отцов и детей случались очень часто. С одной из таких раздираемых противоречиями семей был связан Грибоедов и герои комедии «Горе от ума». В 1812-м умер сиятельный вельможа из малороссов граф Петр Заводовский. Именно он приложил руку к смерти грибоедовского родственника Александра Радищева. После публичной выволочки Заводовского, который возглавлял комиссию для составления законов, Радищев то ли покончил с собой, то ли от нервов случайно убился. А сын грозного Заводовского стал едва ли не самым близким грибоедовским другом, образ которого пережил века. Петр Заводовский – известный деятель екатерининской эпохи, короткое время он был секретарем Екатерины, короткое время был даже ее фаворитом, и министром побывал, и сенатором, и к реформе образования приложил свою руку. Поэтому старший его сын Александр, он входил в круг самой знатной петербургской молодежи. Грибоедов с ним постоянно общался, они вместе служили в коллегии иностранных дел. Даже какое-то время жил Грибоедов в квартире его. Ну а благодаря Заводовскому мы имеем героя с фамилией Чацкий. Он рассказывал Грибоедову о товарище своего отца, поляке по фамилии Чацкий. Грибоедов эту фамилию запомнил и использовал ее в своем знаменитом «Горе от ума». Действие бессмертного шедевра Грибоедова «Горе от ума» происходит в Москве. Но реплики героев дают нам указания на прототипов персонажей, которые на самом деле жили в Санкт-Петербурге. Таков князь Григорий, приятель Репетилова. Современники Грибоедова без труда узнали в нем близкого друга поэта, одного из главных светских львов российской столицы, графа Александра Заводовского, сына екатерининского вельможи, воспитанного на аглицкий манер, любителя кутежей и хорошеньких балерин. Вот как описывает Грибоедов в «Горе от ума» собрание на квартире у князя Григория, прототипом которого и стал Александр Заводовский. У князь Григория теперь народу тьма, увидишь человек на 40. Фу, сколько братец там ума. Всю ночь толкуют, не наскучат. Во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой. Граф Заводовский был ярким представителем золотой молодежи начала 19 века. Денег у него было пруд пруди, а все манеры он перенял от англичан, на острове которых учился за счет своего сиятельного батюшки, который был кабинет-секретарем Екатерины Великой, а при ее внуке императоре Александре стал первым министром народного просвещения России. Заводовского-младшего в свете называли англичанином и при этом добавляли, что до несусветности разгульная жизнь наложила на него яркую печать. Друг Грибоедов очень похоже изобразил его в облике князя Григория. Скажу тебе, во-первых, князь Григорий, чудак единственный, нас со смеху морит. Век с англичанами, вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорит, и так же коротко обстрижен. Для порядка. Осенью 1817 года в квартире Заводовского жил и сам Грибоедов, участник шумных попоек, ставший причиной одной из самых знаменитых дуэлей русской литературы. Именно сюда, на Невский проспект, дом 13, на квартиру к себе и Заводовскому Грибоедов привез прихорошенькую балерину Авдотью Истомину, которая накануне поссорилась со своим кавалером, штаб-ротмистром Шереметьевым. Истомина провела на квартире у Грибоедова и Заводовского 2 дня, и дуэль была, естественно, неминуема. Шереметьев вызвал Заводовского,
А их секунданты, соответственно, Якубович и Грибоедов, тоже решили драться. Эта дуэль вошла в историю как четверная. В первой ее части Заводовский застрелил Шереметьева, а через год на отложенной дуэли секундантов Якубович ранил Грибоедова в кисть левой руки. Именно по шраму от этой дуэли было опознано растерзанное в Персии тело Грибоедова.